Шымкентским учителям придется вернуть незаконно полученные надбавки. 344 педагога оказались замешаны в громком скандале. В 2018 и 2019 годах они предоставили липовые сертификаты аттестации. По ним получали надбавки за повышение квалификации. Обман вскрылся, когда другие учителя стали жаловаться в правоохранительные органы на своих коллег. Большая часть недобросовестных сотрудников еще до суда вернули незаконно полученные бюджетные деньги. А вот 23 педагога свою вину признать отказались, однако в суде было доказано, что они предоставили поддельные справки. Их фамилии не оказалось в базе данных Республиканского центра тестирования. Сейчас в суде также идет процесс по факту мошенничества с аттестационными сертификатами. Под подозрением один из сотрудников городского управления образования, а также председатель аттестационной комиссии. На основании свидетельства аттестации они получили надбавку на зарплату. Сейчас по решению суда они будут возвратить данную сумму. Взыскано в пользу государства более 15 миллионов тенге.